Первый симптом хронического панкреатита проявляется в частичной или же полной потере аппетита. Как правило, появляется отвращение к жирной и острой пище. Безусловно, проявление подобного признака хронического панкреатита зависит от того, что в брюшной области и в зоне левого подреберья появляются регулярные болевые импульсы, которые превращаются в своеобразные спазмы во время приема пищи. Помимо этого, симптомом панкреатита в хронической форме может стать ухудшение работы пищеварительной системы и кишечника. Дело в том, что у больных часто можно наблюдать тошноту, рвоту, приступы диареи и прочие схожие с этими признаки воспалительного процесса. Это самый распространенный симптом панкреатита. Как правило, приступы постепенно принимают регулярный характер и нередко могут повторяться с малой периодичностью. Третьим симптомом хронического панкреатита считается развитие сахарного диабета. Дело в том, что появление двух этих болезней практически закономерно. В большинстве случаев, у тех, кто страдает от панкреатита, есть сахарный диабет, что сильно усложняет процесс лечения одной или другой болезни, а также негативно влияет на работу кишечника и желудка. Так, во время панкреатита у человека появляется физическое отвращение к жирной пище. Ее прием может закончиться для него приступами диареи и рвоты. Но вот сахарная болезнь будет заставлять больного употреблять в пищу все, что красиво лежит. Именно поэтому хронический панкреатит легко будет заметить, так как верным его спутником и ключевым симптомом станет диабет,